Привет, я обещал записать видео сразу же, как только будут какие-то движения по курсу. Но я ж не думал, что меня прямо вот так вот за рулем застанет. Но раз обещал, надо выполнять. Смотрите, совсем кратко скажу, сейчас памп был, соответственно, при полном отсутствии объемов у нас появились резкий всплеск, как в пятницу было. Ну, я думаю, это очередная, вы знаете, такая фишка, чтобы ввести в заблуждение. Поэтому я на этом пампе, вот сейчас все выросло. Я тот Bitcoin Gold, который закупал ниже, там по, если я не ошибаюсь, по 23 или по 24, по 23, по-моему, доллара я его покупал. Ну, в общем, можете посмотреть мои ордера. И, в общем, я его решил сейчас весь слить. Перед тем, как выезжал, увидел, что уже начался откат. Насколько откатимся, пока не знаю. Но то, что перезакуплюсь ниже, думаю, вероятность на это высокая. Своими мыслями поделился. Если звук не очень, вы меня простите. В общем, как всегда, на связи. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь и оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем.